какая нарядная у вас получилась елочка! Вот только похоже, что чего-то такого важного нашей елочке все-таки не хватает. Ага, вот и я говорю, не хватает чего-то. Да, не достает какой-то изюминки. Вот только какой? Нашей елочке не хватает снега и снежинок. Да, точно. Так и есть, молодец, малыш. Снег можно сделать из обычной ваты. А как же снежинки? Большие такие, красивые. А снежинки можно вырезать из цветной бумаги. Хотите, я вас научу? Да, конечно. Хотим. И я хочу. Хорошо, я научу вас всех, но сегодня мы с тобой научимся вырезать снежинки из листиков бумаги. Проведи пальцем по сложенному листику. Молодец! Нажми на эту кнопку, возьми здесь перетяни любую фигуру с панели, проведи двумя пальцами вот так. Чтобы увеличить, проведи пальцем так, чтобы перевернуть фигурку. Нажми на кнопку «Это королева снежинок». Нажми.